С начала года рост ВВП в экономику страны составил 0,3%. Исполняющий обязанности министра национальной экономики Куандык Бишимбаев отчитался о социально-экономическом развитии Казахстана. По его словам, до конца года ожидается, что ВВП выйдет на запланированный уровень в 0,5% и во многом благодаря привлечению инвестиций. Куандык Бишимбаев добавил, что приток прямых иностранных инвестиций в этом году в 5 раз больше, чем в прошлом, а активы национального фонда превысили 64,5 миллиарда долларов. Кроме того, в стране наблюдается возобновление кредитования экономики. Хоть рост и небольшой, но ситуация в Казахстане сложилась лучше, чем в наших ближайших странах-партнерах. Так, за этот же период наблюдалось падение ВВП в России, Белоруссии, Кыргызстане и ряде других стран. Ключевым фактором роста ВВП за отчетный период стало увеличение инвестиций в основной капитал на 4,8%, в том числе благодаря инициированной вами программе «Нурлыжол». Общий объем инвестиций в основной капитал составил 4,3 триллиона тенге. Из них 1,5 триллиона тенге вложены республиканским бюджетом, местными бюджетами и национальными компаниями. Следить за тем, чтобы эти деньги быстро попали куда надо, и следить за тем, чтобы они были освоены и послужили экономике, вот это твоя главная задача на этот год.